Пухнатая зорка интернету. Пригоды дикой лисы на улицах Гомеля собирают десятки тысяч лайков. У одним из пабликов за месяц больше, как 100 тысяч проглядов. Наведвальники социальных сеток покидают свои комментарии. Кто-то спочувая голодной живели, кто-то перестерегая людей от рискованных ситуаций. Рудую плутовку несколько разов бачили у районе Волотовского озера у Гомеле. И она близко подходила до людей, але агрессию не проявляла. Заблукавшую живелу навод спробовали покормить. Лиса охотно позировала авторам этого видео. Меж тем санэпидемслужбы перестерегают, с драпежниками лепш не уступать у контакт. Инстинкты у некий час прочнутся, и от зубастого представника живельного света можно серьезно потерпеть. А для лисы реально подчапить шаленство. Любой контакт с неизвестным животным, в том числе и с диким животным, это всегда риск получить бешенство. Бешенство неизлечимо, его можно только предупредить путем проведения антирабических прививок и введения иммуноглобулина. Курс состоит из 5 прививок на 0-е сутки, на 3-е сутки, на 7-е сутки, на 14-е сутки и на 28-е сутки. С початку года на Гомельщине зарегистрованы 24 выпадки выявления смяротной хворобы у живел. Несколько разов на людей нападали бездомные собаки. Одной же жихара Гомеля покусала лиса.